Песню поют, автора текста не указывают. Такое обвинение предъявила ставропольская поэтесса Анастасия Соколова музыкальному продюсеру из Волгодонска. Стихи он не украл, купил, но условия договора не соблюдает. По договору там имеется пункт, что при любом публичном исполнении Любимов обязан ссылаться на имя автора этих стихов. То есть указание там Соколова, Анастасия. Но вот уже несколько месяцев песня под названием «На бис» звучит в сети и концертах без упоминания настоящего автора. Этот продюсер дал такого содержания интервью, что стихи на данную песню написаны были им. Анастасия, инвалид, живет в поселке. Девушка предлагала решить вопрос мирно. Указывать автора или выкупить авторские права. Но продюсер отказался. Компенсацию на тот момент я написала 200 тысяч. А если он выкупает, то 300 тысяч. И он это рассудил так, как будто бы я у него помогаю эти деньги. Теперь в споре разберется суд. Поэтесса требует 600 тысяч рублей за моральный ущерб. Продюсер комментировать ситуацию отказался, сославшись на сильную занятость. Первое судебное слушание назначено на 13 декабря.